А так слышно? Отлично. Очень рада сегодня с вами пообщаться. Благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему вебинару. Я буду рада поделиться новостями по нашим курортам. И давайте, наверное, так как мой вебинар будет разделен немножко на три части, то после каждой части мы с вами можем пообсуждать вопросы, которые у вас могут возникнуть, чтобы в процессе я не отвлекалась и вовремя презентацию закончила, чтобы вы могли перейти на следующую презентацию без каких-либо задержек. Ну, если вы не будете возражать, то я презентацию начинаю. И первая часть моего рассказа – это курорты Анантара-Дигу, Анантара-Вели и курорт Наладу. Три отеля, которые находятся у нас в Южном Мале-Атолле. Это очень достаточно близкая локация от международного аэропорта, всего полчаса на скоростном катере, и мы с вами попадаем в наш замечательный кластер, который состоит сразу из трех курортов. Что это означает? Это означает, что в одной лагуне у нас с вами расположено сразу три отеля. Бренды Анантара – это Анантара Дигу и Анантара Вели, и курорт Наладу. Наладу – это 5 звезд класса Делюкс, самого высокого уровня курорт, который находится у нас в данном кластере. Вы можете сейчас схематично посмотреть, каким образом расположены эти курорты. Самый длинный и такой самый большой на карте для меня – это с левой стороны. Это курорт Анантара-Дигу. Протяженностью он у нас примерно около 1 километра, и Дигу так и переводится с мальдивского языка как «длинный». Он, собственно, и есть самый большой курорт среди представленных здесь в данном кластере наших курортов. Вы можете увидеть напротив Анантара-Дигу есть два острова, которые между собой соединены джетти. Это курорт Наладу, замечательный наш пятизвездочный курорт класса Делюкс. По джетти гости курорта Наладу могут ходить в гости к курорту Анантара-Вели. Анантара-Вели – это самый нижний правый угол на данной схеме. Но Анантара-Вели у нас курорт только для взрослых, 18+, поэтому нужно пользоваться, согласно политике данного курорта, пользоваться услугами очень аккуратно. То есть мы приходим, конечно же, именно только взрослые гости. Иногда у нас есть возможность посещать данный курорт с детками. Например, можно предварительно записаться, прийти на ужин, но можно оставаться до определенного времени на курорте.
чтобы взрослые гости курорта Анантаревели так и чувствовали себя согласно своей политике, очень комфортно, это отдых без детей. Итак, вы можете увидеть, что лагуна у нас одна, большая, просторная. Не только гости курорта на Ладу могут ходить в гости к гостям Анантаревели, но также клиенты Анантаредигу могут передвигаться на небольшом таком пароме, который курсирует у нас без расписания от Джетти нашего спа-центра. Он отправляется каждые 3-4 минуты примерно. И он отправляется на курорт также Анантаревели. К сожалению, нет возможности у клиентов Анантаредигу и Анантаревели отправиться в гости в Наладу, так как это очень и очень приватный курорт, и сюда мы с вами, к сожалению, отправиться не можем. Но гости курорта Наладу могут передвигаться и в Анантаревели, и в Анантаредигу. Вот такие замечательные возможности есть у наших клиентов. Хочу также обратить ваше внимание на небольшой остров, который вы можете увидеть прямо рядом с веткой водных вилл курорта Анантаредигу. Это наш домашний остров-риф, он называется Гулифуше. Сюда наши клиенты также могут отправляться бесплатно на пароме из любого отеля. Из Дигу, из Вели, из Наладу. Трансфер сюда займет примерно 3-4 минуты, это бесплатно. Мы выдаем для наших клиентов маски, ласты. Здесь есть возможность посмотреть наш замечательный подводный мир. Наши жители морские все очень дружелюбные, никого опасного у нас здесь не водится. Ну и так как у нас риф вынесен и находится на отдельном острове, но в нашей домашней лагуне, да, автоматически я хотела бы обратить ваше внимание на то, что у клиентов, которые проживают на самих островах, на Анантаредигу, на Анантаревели или на курорте Наладу, великолепные песчаные пляжи вокруг каждого острова и нет близко подходящих к берегу кораллов, так как коралловый риф у нас немножко вынесен. Но все же это домашняя лагуна, очень близко, буквально 3 минуты вы можете получить колоссальное удовольствие от замечательного снорклинга. Анантаредигу, мы с вами немножечко его рассмотрим и проговорим, что же у нас на курорте сейчас интересного. Анантаредигу – это самый семейный наш курорт из трех представленных по данному кластеру. И, как я уже сказала, это самый большой наш курорт, самый длинный. И в переводе с Дивехи мы запомнили с вами, что Дигу означает длинный. Примерно протяженностью 1 километр, замечательный, красивый и очень зеленый остров, где можно останавливаться не только взрослым гостям, ну и также, конечно же, приезжать с семьями, останавливаться с детками. На курорте Анантаредигу 110 вилл и также водных сьютов. Здесь у нас очень удобно располагаться, очень красиво, потрясающая лагуна. Еще раз вы можете увидеть, какие невероятные краски океана присутствуют. И вот эти вот, можно сказать, такие темно-синие, да, воды говорят о том, что здесь есть хорошая глубина для тех клиентов, которые хотят купаться. Чем светлее вода, тем меньше глубина, поэтому здесь у нас есть возможность и для тех, кто любит плавать, и для тех, кто, может быть, хочет купаться, но плавать не умеет. Также есть зоны, где не очень сильная глубина. На курорте Анантаредигу у нас была проведена реновация в конце 2019 года, были полностью реновированы все наши пляжные категории. Абсолютно все категории на берегу прошли масштабную реновацию. Это коснулось всех, даже самых базовых категорий. Здесь у нас очень сейчас хороший светлый дизайн. Возможно, кто-то из вас помнит Анантаредигу в былые времена и помнит, что дизайн был достаточно темный. Сейчас наши виллы светлые, просторные и, конечно же, очень-очень красивые и комфортные для всех наших клиентов. В настоящий момент у нас также идет небольшая реновация
но она уже заканчивается. И мне кажется, что вот она вообще по графику у нас должна была закончиться сегодня, поэтому, возможно, завтра мы уже это объявим. В некоторые категории вилл мы также добавили дополнительно бассейны. С этого года у нас появились такие категории, как Sunrise Beach Villa с бассейном и Sunset Beach Villa с бассейном. Поэтому, ну вот уже вот-вот, да, буквально ждем новостей от коллег сегодня-завтра о том, что эти реновации у нас уже заканчиваются. Поэтому ваши гости, которые к нам могут отправляться в ближайшие дни, либо в ноябре, может быть, в декабре, они, конечно, никакого дискомфорта совершенно не почувствуют. Но важно знать, что в Дигу появились такие категории. Раньше у нас бассейнов в таких категориях не было. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть замечательная категория Two Bedroom Family Beach Villa, и в нее тоже у нас добавляются бассейны. Поэтому теперь ваши клиенты, которые, возможно, уже у нас останавливались в данных категориях или только планируют, да, чтобы вы правильную информацию до них доносили, в данной категории у нас теперь фронтально, прямо перед виллой, добавляются также персональные бассейны. Очень удобная категория для проживания большого состава семьи. Здесь две отдельные спальни. Главная спальня с основной кроватью king size и дополнительная спальня, которая разделена, разумеется, межкомнатной дверью, и там у нас расположены кровати твин. Разместиться можно большим составом, аж 4 взрослых и 2 детей могут в данной категории останавливаться. Есть очень хорошая у нас интересная категория Two Bedroom Anantara Pool Villa, и тоже хотела бы обратить на нее внимание. В данной категории у нас есть возможность также большое количество клиентов расположить, но в чем ее главная особенность? Уникальная особенность этой виллы состоит в том, что она состоит из двух вилл. Это не одна вилла, не один домик, это две виллы, которые находятся в одной территории. Поэтому, когда у вас есть такие запросы, что вам нужно гарантированно разместить две семьи рядом, но вы, может быть, не уверены, так как высокий сезон, и не всегда бывает, допустим, возможность высокий сезон разместить прямо в соседних виллах клиентов, хотя мы всегда ставим очень такой strong request и просим наших коллег на фронт-деск сделать все возможное, чтобы все ваши желания удовлетворить по размещению клиентов, но тем не менее это не всегда возможно. В данной категории Two Bedroom Anantara Pool Villa ваши клиенты гарантированно будут жить в соседних виллах. Пожалуйста, тоже обращайте на нее внимание. На курорте Анантара Дзигу замечательные водные виллы, которые проходят ежегодный косметический ремонт, также доступны по желанию ваших клиентов. Можно выбирать, будет ли эта категория с видом на закат или категория с видом на рассвет. Замечательный курорт Анантара Вели, буквально вкратце уже вам рассказала о том, что это курорт только для взрослых, он также для наших клиентов доступен. Здесь у нас очень много активностей именно по отдыху только взрослых клиентов. Курорт Анантара Вели у нас уходит на большую масштабную реновацию в марте 2022 года. По секрету вам расскажу, что в настоящий момент это размещение только на воде, но мы будем добавлять аж целых 4 береговые виллы, и на курорте Анантара Вели тоже нас ждут большие-большие изменения. Пока есть возможность у клиентов забронироваться и отдохнуть до марта 2022 года в замечательных наших водных категориях курорта Анантара Вели, посмотреть, что же такое в целом инфраструктура нашего большого кластера, который здесь расположен в Южном Мали-Атолле, насладиться питанием Dine Around, которое доступно для всех наших клиентов, какой бы тип питания они не выбрали, даже если это тип питания полупансион. Хочется отдельно отметить, что на курорте Анантара Дигу у нас начинается новый тип питания, все включено с января 2022 года. С 9 января на курорте Анантара Дигу будет доступен такой тип питания, как все включено. В Анантара Вели он уже доступен, и все клиенты могут также, если необходимо, данный тип питания выбирать. Ну и хотела бы также рассказать вам буквально вкратце новости по курорту на Ладу, который является третьим отелем в данном небольшом нашем кластере в Южном Мали-Атолле. На Ладу, как я уже вам рассказывала, является у нас самого высокого уровня курортом среди вот этих трех
замечательных отелей. Это 5 звезд класса «Делюкс». Здесь у нас всего 20 приватных вилл с персональными бассейнами и приватными кабанами. Курорт на Ладу у нас заканчивает реновацию. Все у нас точно по графику. Он открывается 1 ноября, то есть буквально уже в ближайшие дни он откроется после большой масштабной реновации. Мы будем рады представить для наших клиентов обновленные виллы, обновленные рестораны, спа-центры, бассейны и, собственно, полностью всю нашу инфраструктуру по данному курорту. По-прежнему у нас сохраняется здесь всего 3 категории. Это будет Ocean House с персональным бассейном и персональной приватной кабаной на пляже. Это будет Beach House с персональным бассейном и также с приватной кабаной на пляже. И, конечно, гордость – это наша большая резиденция с двумя спальнями на 600 квадратных метров для большого состава семьи. На курорте на Ладу мы можем принимать клиентов не только взрослых, но и, конечно, с детками. Если клиентам необходимо передвигаться, если им хочется пользоваться ресторанами, барами, которые также будут для них доступны по системе Dine Around, то вы знаете, да, что паромы отходят у нас в любое время, клиенты на Ладу у нас обслуживаются персональными батлерами. Если есть какая-то необходимость, они могут к ним обратиться, и персональный приватный батлер, он обязательно поможет составить все полностью расписание, если необходимо, по питанию, по экскурсионной программе. Даже можно сразу расписать, когда клиенты, может быть, хотят отправиться на гулифуши или вообще вот любую их активность, которую они хотели бы себе запланировать на время отдыха. Что касается в целом у нас интересных новостей, да, то есть это самое главное, это, конечно, наша большая масштабная реновация, гости курорта на Ладу теперь у нас будут размещаться очень и очень комфортно в наших обновленных виллах. Если необходимо будет вам получить какую-то информацию, то я с радостью поделюсь с вами уже обновленной презентацией по курорту на Ладу, где можно будет увидеть наши свежие фотографии, всю фотогалерею и, конечно, все-все детали, которые вас могут интересовать. По питанию я вам уже немножко рассказала, да, то есть это питание для всех трех курортов. Мы можем пользоваться ресторанами и барами соседних наших курортов. Но есть исключение. Клиенты курортов Анантара Дигу и Анантара Вели не могут ездить в ресторан на остров на Ладу, к сожалению. Но клиенты на Ладу могут пользоваться инфраструктурой абсолютно всей, в том числе им очень близко также доступен ресторан Банхура, который находится на общем джете, который соединяет их с островом Анантара-Вели. Сюда они могут также отправляться пешком и получать колоссальное удовольствие от наших замечательных ресторанов, от кухни, которые предлагают наши повара. Ну, что касается основных новостей по данному небольшому нашему мини-кластеру, в целом это все у меня новости. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с радостью сейчас готова обсудить, так как у нас с вами вот, в принципе, все по графику, и я через пару минут, если у вас будут вопросы, мы их проговорим. Начну свою следующую презентацию. Пока я листаю слайды и жду ваши вопросы, также немножко буду рассказывать. Водный центр у нас находится на курорте Анантара-Дигу, поэтому сюда могут приезжать, приплывать клиенты Анантара-Вели и курорта на Ладу, брать здесь маски, ласты, это бесплатно, да, еще раз проговорим этот момент, и отправляться на гулифуши, к примеру, или если они едут, допустим, на профессиональную какую-то экскурсию, то они могут также с собой брать наше оборудование и смотреть, что там происходит. Именно на курорте Анантара-Дигу у нас находится для детей детский клуб. У нас есть интересные возможности по обучению серфингу. Здесь у нас есть в этом кластере со стороны Анантара-Вели, в той части, где нет именно вилл, у нас есть небольшая такая сезонная серф-волна. И для взрослых, и для детей мы проводим интересные мастер-классы. Можно попробовать себя, можно испытать свои силы, встать на доску и попробовать, что же такое серфинг. Детский клуб у нас находится конкретно на курорте Анантара-Дигу. Детский клуб у нас до 12 лет. Здесь есть много интересного, в том числе это и
домик на дереве, скалодром и большая игровая площадка, много игр на суше, на воде. То есть все различные интересные варианты, они у нас доступны для всех клиентов, которые приезжают с детьми на курорт Анантара-Дигу. Ну и, конечно же, есть домашний кинотеатр. Он расположен у нас на курорте Анантара-Дигу. Сюда могут также приплывать гости из Наладу и из Анантара-Вели. Очень интересное питание на курорте. В целом, вот мы и сейчас предоставляем детское меню. Оно у нас достаточно большое, расширенное. Но с января, когда мы будем делать именно питание, все включено для тех гостей, которые будут это выбирать, для детей у нас появляется огромный уголок с отдельным детским питанием. Очень много действительно всего на курорте можно выбрать, и это просто широчайший выбор возможностей. Стоит также сказать, что в Анантара-Дигу у нас есть, и в Анантара-Вели, да, тоже в том числе, и, конечно, в Наладу вы можете это найти. У нас есть, помимо стандартного питания, есть еще интересная wellness-линия. И для wellness-линии в нашем новом ресторане, мы тоже его реновировали, это наш фуша-кафе, который, в принципе, у нас всегда существовал, но также прошел большую реновацию для того, чтобы встречать клиентов уже с таким хорошим шведским столом. У нас специально подготовленные такие интересные холодильные камеры с прозрачным стеклом, где будет также предлагаться клиентам большой ассортимент вот этой wellness-линии. Что-то будет включено, что-то не будет включено, но это будет отдельно помечено для клиентов, чтобы они не запутались. Но, тем не менее, для детей, для взрослых по питанию широчайшая шведская линия, которая подается на курортах, это действительно высокого уровня питания, есть из чего выбрать, и я думаю, что если мы говорим о курортах Анантара и в том числе о курорте Наладу, голодными у нас никто никогда не остается. Это высочайший уровень и еды, и, конечно же, сервиса, который можно получить на наших курортах. Немножко вот также покажу просто вам, каким образом с высоты птичьего полета выглядит тот самый остров Гулифуши, который мы с вами только на карте схематично видели. Здесь у нас есть, как вы можете увидеть, такая граница, где начинается темно-синяя вода. Это обрыв, и там начинается у нас наш замечательный домашний риф. Ну, собственно, по курортам Анантара-Дигу, Анантара-Вели и Наладу я больше вопросов не увидела, поэтому, если вы не будете возражать, я переключаюсь, и мы с вами плавненько перейдем на презентацию еще одного нашего курорта, курорта Анантара-Кихава. Если у вас появятся вопросы, я, разумеется, постараюсь в процессе на ваши вопросы отвечать. Но если пока мы с вами здесь уже находимся, да, на курорте Анантара-Кихава, я хотела бы с вами поделиться, конечно же, новостями и об этом нашем прекрасном курорте. Анантара-Кихава – это курорт 5 звезд класса «Делюкс». Это очень высокого уровня курорт. Я думаю, не стоит отдельно делать на этом акцент, так как с этим курортом, я уверена, вы все хорошо знакомы, знаете его, любите, продаете. И мы, конечно, всегда видим и чувствуем поддержку с вашей стороны и очень благодарны за те продажи, которые вы для нас делаете. Но для тех, кто, может быть, еще не очень хорошо знаком с Анантара-Кихава, я проговорю. Анантара-Кихава расположен у нас в Баа-Атолле. Это один из самых красивых атоллов, которые есть на Мальдивских островах с точки зрения, может быть, правильнее сказать, именно домашних рифов, которые расположены возле островов. Добираться сюда очень комфортно, очень удобно. Это гидросамолет 30-35 минут примерно от международного аэропорта. Для всех клиентов, которые отправляются у нас на курорт Анантара-Кихава, мы предоставляем возможность на время ожидания гидросамолета расположиться в бизнес-лаунже. Здесь доступно для клиентов также зона кухни, это, конечно, просторные диваны или кресла, это возможность выйти на небольшую террасу, пока гости ожидают свой гидросамолет и, может быть, просто насладиться вот этими интересными видами в ожидании своего трансфера. Когда мы с вами отправляемся на курорт Анантара-Кихава, мы точно знаем, что это курорт, который является
действительно уникальным. Он расположен в том самом замечательном Баа-Атолле, который является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Это тоже очень интересный факт, который, конечно, всем нашим клиентам, которые сюда приезжают, очень нравится. Действительно, биосфера здесь потрясающая. Если мы посмотрим с вами на данный слайд, мы можем увидеть, что Ананда Ракихава – это не очень большой по размерам остров, примерно 800 на 600, но он такой очень красивой, правильной формы. Вокруг всего острова вы можете увидеть белоснежный песок, который окаймляет его со всех сторон. Шикарная пляжная линия, великолепный остров, он очень зеленый, очень красивый, прямо, ну, совсем близко к берегу не подходят кораллы, но действительно есть вот такая вот очень четкая граница, вы можете ее увидеть, это вот эта та самая темно-синяя вода, здесь у нас начинается обрыв, и те клиенты, которые у нас очень любят снорклить, они прямо буквально за считанные секунды могут сюда, на этот потрясающий домашний риф, попасть. Попасть можно, ну, самый простой способ – это с джетти. Гости доходят до конца джетти. Если вы посмотрите на данном слайде, джетти расположен, ну, скажем так, в верхнем, в самой верхней части, да, такой небольшой у нас видно этот кусочек, доходят до конца этого джетти. Это как раз тот самый джетти, который расположен возле центра водных видов спорта. Они прямо сразу получают маски, ласты, и прямо по нему сразу до конца доходят. Можно снорклить вокруг острова, наслаждаться потрясающими видами. Здесь, конечно, уникальные коралловые рифы. Они у меня есть чуть дальше в презентации. Я с радостью вам их покажу. Великолепный песчаный пляж, как я уже сказала, окружает остров со всех сторон, и он действительно очень и очень такой по качеству настоящий мальдивский, так как Ананда Ракихава – это остров натурального происхождения, соответственно, и песок здесь тот самый мальдивский, за которым мы с вами отправляемся на Мальдивские острова. Есть интересный вопрос, какой же отель выше уровнем у нас, Ананда Ракихава или Наладу? Наверное, я бы просто не стала сравнивать два данных курорта, и я вам могу объяснить разницу. Мы с вами проговорили по курорту Наладу, что это всего 20 приватных вилл, что это расположение в большом кластере, где есть возможность посещать соседние курорты. Это большое количество ресторанов и баров, но это отсутствие как такового прямо очень-очень близко к берегу своего собственного домашнего рифа, да, потому что в Ананда Ракихава совершенно по-другому. Мы сейчас с вами обсудим, что это достаточно большой курорт, если мы его сравниваем с Наладу. Здесь 80 приватных вилл. И да, также каждая вилла обслуживается персональным батлером. Виллы достаточно большие. В Наладу самая маленькая вилла – это 300 квадратных метров, в Ананда Ракихава 258. По уровню сервиса абсолютно, что Ананда Ракихава, что курорт Наладу – это высочайший уровень сервиса, и мы никогда не сравниваем, какой же из них выше, так как коллеги из Наладу предоставляют действительно шикарный сервис, и коллеги из Ананда Ракихава ничем не уступают, но здесь нет такого понятия, что где-то уровень сервиса выше, а где-то ниже. Есть только разница в том, что это абсолютно разные курорты. И вы сейчас увидите, что в Ананда Ракихава действительно очень-очень интересные активности, в том числе представлены, есть много всего уникального, чего нет, к примеру, на предыдущем курорте нашем. Да? Итак, я немножко уже забежала вперед и рассказала, что здесь у нас 80 приватных вилл, есть престижные резиденции, также с собственными бассейнами. На Ананда Ракихава у нас самые базовые категории, это те, которые вы сейчас видите с высоты птичьего полета, это 258 квадратных метров. Каждая вилла у нас имеет персональный приватный бассейн и обслуживается персональным батлером. То есть, когда ваши гости все-таки дождались свой трансфер в нашем лаунже, отправились на курорт, их уже на прилете встречает
персональный помощник, то есть персональный батлер. Он им помогает разместиться, уточняет, все ли у них хорошо, что бы они хотели. Может быть, они сразу хотели бы пойти в какие-то рестораны, может быть, они хотели бы осмотреться, а может быть, они хотят, чтобы их никто не беспокоил, может быть, они хотят сразу составить расписание своих активностей по спа-центру, по посещению очень интересных и уникальных ресторанов, которые есть только на курорте Анантара Кихава. Ну, или любые другие вопросы, которые могут возникнуть у клиентов, конечно, наш персональный батлер с радостью поможет клиентам их воплотить. Хотела бы обратить внимание, что на курорте Анантара Кихава очень и очень сильно соблюдена приватность. Вы можете увидеть, что живые изгороди между каждой виллой, они достаточно густые и плотные, и это означает, что гости не видят совершенно друг друга, когда находятся в соседних виллах, поэтому сложно для тех клиентов, которые хотят прямо в соседних виллах проживать и, может быть, ходить друг к другу, да, ходить друг к другу можно, или это внутренние дорожки, или это дорожка по пляжу. То есть вот таким образом мы можем с вами передвигаться по шикарному нашему белоснежному пляжу либо по внутренним дорожкам. Для каждого клиента на вилле доступны персональные велосипеды, в том числе и для детей. Дети у нас на курорте Анантара Кихава являются детьми до 12 лет, поэтому здесь также можно для деток брать велосипеда, но вообще, когда гости прилетают на курорт, у них уже возле виллы все велосипеды стоят, соответственно, возрасту. Если это взрослые клиенты, то, соответственно, взрослые велосипеды. Если это дети, то, соответственно, велосипеды также будут детские. На каждой вилле у нас, помимо просторной спальни, есть также очень просторная ванная комната, очень светлая, красивая, где наши клиенты тоже получают колоссальное удовольствие. Здесь есть потрясающий, очень такой классический тропический душ, которым тоже можно воспользоваться, просторные ванны и, конечно же, замечательное пространство, очень светлое, красивое и интересное. Мы с вами также можем приглашать клиентов останавливаться на нашей очень красивой ветке водных вилл. У нас очень красивая и комфортная лагуна для купания. Если вы посмотрите, то здесь такая достаточно светлая лагуна, да, и купание, оно очень у нас хорошее. То есть есть и пологий вход в воду, есть и глубина, есть и, наоборот, отсутствие глубины. То есть, может быть, кто-то только будет обучать, к примеру, деток плаванию, да, это тоже возможно. Но здесь есть абсолютно все возможности для любого клиента, кто любит плавать, кто, может быть, не любит плавать или любит, но не умеет, да, то есть все абсолютно любые варианты. Лагуна комфортная, красивая, кристально чистая вода, доступна для всех наших клиентов. Ну и если мы уже говорим с вами о самих виллах, на воде, конечно, также каждая вилла у нас обслуживается персональным батлером. Виллы также имеют свои собственные террасы, персональные бассейны. И очень уникальная особенность наших водных вилл – это, конечно, завораживающие виды, которые открываются из наших ванных, который имеет стеклянное дно. Возможно, вы их наблюдаете периодически в социальных сетях. Это очень часто такая частая картинка по Анантара Кихава. Вот эти сами чаши ванных с прозрачным стеклянным дном, которые иногда наши клиенты постят, но не отмечают отель, но всегда понятно, что это ванная комната курорта Анантара Кихава. Очень просторная, светлая и, конечно же, потрясающе фотогеничная. На курорте у нас есть также большие категории – это семейные виллы и резиденции. В этом году у нас появились категории One Bedroom Family Beach Pool Villa. Это новая категория, которая открылась на курорте Анантара Кихава. По площади это 258 квадратных метров, свой собственный персональный бассейн, небольшая комната, отдельная, но здесь нет у нас двери, к сожалению, которая рассчитана на двух человек. Там стоят две кровати и есть окно. То есть такая категория может принять максимально трое взрослых плюс двое детей, либо двое взрослых плюс трое детей. Да? То есть такой вариант возможен. Это размещение, достаточно большое размещение, 5 человек. Оно возможно
начиная только с этой категории, с категории One Bedroom Family Beach Pool Villa. У нас также остается категория Two Bedroom Family Beach Pool Villa, которую вы раньше помнили как обычную Family Villa. Но теперь мы ее называем именно Two Bedroom, потому что здесь есть вторая отдельная спальня. 412 квадратных метров. Дополнительная спальня сейчас перед вами на экране. Это кровати Twin, плюс есть дополнительная место возле окна, которое тоже может быть использовано как именно спальное место. Two Bedroom Family Beach Pool Villa очень большие, просторные, конечно, также с персональными бассейнами, с большими террасами, с качелями на террасе, с возможностью комфортного отдыха для большого состава семьи. Ну и также на курорте у нас есть очень интересные резиденции, которые были реновированы. Это конец 19-20 год, когда мы начали саму реновацию. Все резиденции абсолютно у нас прошли эту реновацию. Резиденции у нас есть с двумя, с тремя и с четырьмя спальнями. Самая маленькая резиденция с двумя спальнями от 800 квадратных метров. Самая большая резиденция с четырьмя спальнями, это почти 3000 квадратных метров. Такие по площади виллы, конечно, сложно называть просто виллами, это действительно резиденции, которые, конечно, также обслуживаются персональными батлерами. Если мы говорим с вами о том, что это резиденция с двумя спальнями, это означает, что отдельные спальни и отдельная большая гостиная зона со своей собственной кухней, вот с таким пространством, которое вы видите на данном слайде. Просторные светлые категории. Если это резиденция с тремя спальнями, то, соответственно, три отдельные спальни плюс большая просторная гостиная со своей ванной, комнатой и так далее. В каждой резиденции у нас также для клиентов были небольшие такие внесены изменения. Мы добавили персональные тренажерные залы. Это касается только резиденций. И также у нас есть свои собственные спа-павильоны для всех этих категорий, именно для резиденций. Резиденция на воде у нас также прошла большую реновацию, и теперь у нас она также находится в замечательном состоянии. Можно посмотреть схемы вилл и самих резиденций прямо у нас на сайте anantara.com. Вы можете выбрать направление Мальдивы, курорт Анантара Кихава Виллас, далее пройти в закладку «Размещение», и возле каждой категории у нас есть схемы. Вдруг, если вы чего-то не найдете, пожалуйста, отправляйте ваш запрос, я вам с радостью пришлю PDF-файлы по каждой категории, которая вам может понадобиться. Любые полезные файлы я также с радостью вам могу направить. Вы можете направлять свои запросы на тот электронный адрес, который я направила вам сейчас в чат. Я с радостью всей информацией поделюсь. Ну и еще буквально пару слов все же об уникальности курорта Анантара Кихава. Это, конечно, наши рестораны и бары, которые действительно являются уникальными. У нас есть вот такая небольшая водная веточка, на которой расположены интересные рестораны Sea, Fire, Spice и Sky. Здесь действительно наши клиенты могут получить очень интересные опыты. В первую очередь, конечно, один из интереснейших – это наш подводный ресторан «Си». Капсула подводного ресторана у нас, ну, как бы вмонтирована прямо в домашний риф, поэтому клиенты, которые приходят сюда, они, конечно, получают интересные впечатления, интересный опыт. Они могут наблюдать наших замечательных подводных жителей. Это могут быть не только стаи разноцветных рыбок, это могут быть и дельфины, и черепахи, и небольшие домашние акулки, которые тоже тут могут мимо проплывать. Это, конечно, очень интересный ресторан, и уникальность его состоит в том, что он был признан лучшим подводным рестораном не только на Мальдивских островах, но и в мире. Наша большая гордость. Пока клиенты идут, спускаются сюда, в подводный ресторан, они проходят также через наш уникальный винный погреб, где также для клиентов есть возможность протестировать, попробовать какие-то вкуснейшие напитки, которые мы можем здесь предложить.
У нас есть, если мы вернемся на предыдущий слайд, вы увидите такой небольшой вот колпачок. Да, здесь у нас расположен также очень интересный типаньяки ресторан Fire. К сожалению, он не входит в список ресторанов, которые включены в стандартный meal plan. В стандартный meal plan у нас включены такие рестораны, как наш классический основной ресторан Plates, ресторан Manzaro и ресторан Spice. Ресторан Spice находится прямо над нашим подводным рестораном, и сюда у нас легко наши клиенты также могут попасть. Что я имею в виду, когда говорю «входит или не входит»? Это означает, что для тех клиентов, которые к нам приезжают, у нас всегда стандартно действует специальное предложение BB равно HB, и по данному специальному предложению у нас клиенты на ужин могут выбирать, куда они пойдут. На выбор один из трех ресторанов. Еще раз, это либо Plates, либо Manzaro, либо ресторан Spice. Ну, что интересного также у нас есть? У нас есть интересная опция Dining by Design. Это означает, что мы уже проработали интересные варианты сетапов. Это такие варианты, как можно оформить какой-то уникальный ужин для ваших клиентов. Уже у нас есть готовые решения. Пожалуйста, если необходимо, запрашивайте. Мы можем организовать любые варианты по проведению ужинов, завтраков, обедов, да, каких-то праздничных мероприятий, которые у ваших клиентов могут состояться на нашем курорте. Ну и хотелось бы также отметить, что я вам рассказывала сегодня про береговые виллы Анантара Кихава. Все береговые виллы у нас были реновированы в 2021 году, то есть буквально в сентябре этого года реновация завершилась. Новая категория One Bedroom Family Villa, конечно, так как это новая категория, она, естественно, тоже после совершенно свежей реновации. Спа-центр, который вы видите сейчас, спа-центр курорта Анантара Кихава, также прошел большую масштабную реновацию в 2021 году. Здесь ваши клиенты могут получить также колоссальное удовольствие от различных процедур, которые предлагают наши мастера. Это могут быть не только классические процедуры, но в том числе это процедуры аюрведы и фирменные процедуры, которые мы можем организовать для ваших клиентов с огромным удовольствием. Из необычного хочется также все-таки вернуться еще раз на данный слайд и показать вам, что у нас на курорте есть также для клиентов интересная возможность насладиться экскурсией по звездному небу. Это наша уникальная обсерватория, где наш Sky-гуру с радостью поделится информацией о созвездиях, расскажет о планетах. И, к примеру, вот такие вот фотографии, да, которые вы можете сейчас увидеть на слайде, можно прямо через камеру мобильного телефона себе сделать и забрать с собой на долгие-долгие годы. На память здесь можно увидеть и Омегу Центавра, и кольца Сатурна, и пояс Юпитера, и многое-многое другое. С помощью нашего мощнейшего телескопа на Мальдивских островах. Вот такой вот у нас есть интересный скайбар. Здесь наши гости начинают свою интереснейшую экскурсию. Есть вот такая у меня фотография, кусочек нашего подводного рифа, чтобы вы могли также понимать, что это действительно очень цветной, очень живой, очень красивый домашний риф, который местные жители ласково называют «золотой стеной». Здесь у нас на курорте Анантара Кихава огромное количество активностей. Вот вижу вопрос, как ищут мант в Анантара Кихава. Манты – это, конечно, также очень сезонное явление, как вы наверняка знаете, да? Но когда они у нас есть, а мы их ожидаем еще в ноябре, они у нас точно есть, проплывают мимо нашего курорта. Мы делаем такой для клиентов специальный манта-колл. Прямо говорим, что вот есть они, вот сейчас есть, и у вас есть такая уникальная возможность отправиться на экскурсию. Мы всех клиентов приглашаем, поэтому манту у нас очень легко можно найти. Это одно из тех мест на Мальдивских островах. Еще раз скажу, это Ба-атолл. Это очень-очень благодатный атолл, где, конечно же, их можно увидеть. Манты – это уникальные, огромные такие скаты, которые в размахе крыльев могут достигать до 5-6 метров. Поэтому, конечно, всем нашим клиентам, когда мы делаем этот манта-колл, всегда интересно отправиться на такую интереснейшую экскурсию, посмотреть, кто же они такие, если кто не боится немножко испытать себя.
Ну, стоит также сказать, на курорте у нас есть и домашний кинотеатр, и, конечно же, различные виды спортивные, да, которыми можно позаниматься, в том числе и воздушная йога над водой. У нас есть возможности организовать уникальные свадьбы, в том числе не только на берегу, но и вот такие интересные подводные, которые вы можете увидеть на данном слайде. В целом по Нантара Кихава это все новости. У меня еще для вас есть курорт Нияма Private Islands, поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. По возможности посмотреть мант без дайв-оборудования. Я думаю, что это сложно, потому что все-таки нужно погружаться. Все, что без оборудования, если манты вдруг проплывает именно в рамках нашего домашнего рифа, конечно, клиентам достаточно маски и ласты, которые они могут взять у нас в спортивном центре, также совершенно бесплатно. Такое иногда бывает, что они могут заплывать прямо вот в наш подводный домашний риф. Но если клиенты отправляются конкретно на экскурсию, конечно, тогда в таком случае им всегда предлагается дайв-оборудование. Если это будет просто изучение вокруг острова, то, конечно, специального оборудования им не потребуется, кроме, еще раз, это маски и ласты. Этого будет достаточно. Кстати, их часто можно увидеть. Иногда они заплывают на ветку водных вил. И вот сама лично я их тоже наблюдала, но правда я не рискнула сразу нырнуть туда, да, но я наблюдала прямо с джетти, как они там плавают, они подплывают, и иногда их можно таким образом увидеть. Если по Нантара Кихаву у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов пока вы будете их искать, да, я ненадолго отключусь. Я включу вам видео курорта Нияма Private Islands, чтобы вы могли уже немножко переключиться на этот курорт. И мы с вами по окончании видео с радостью обсудим еще и этот курорт. Итак, дорогие коллеги, у нас с вами все меньше и меньше времени, к сожалению, остается, но я постараюсь рассказать вам подробно и о курорте Нияма Private Islands. Нияма Private Islands 5 звезд класса Deluxe расположен в Дал Атолле. Сюда мы с вами добираемся также достаточно легко и быстро. Мы можем сюда добраться либо на гидросамолете, это трансфер, который займет примерно 40 минут, либо это может быть Domestic плюс катер, зависит от того, каким рейсом прилетают ваши клиенты. Если они прилетают тем рейсом, когда гидросамолеты уже не летают, то, к сожалению, мы не сможем их отправить на гидросамолете. Да? Но есть всегда возможность добраться до курорта Ниямы без каких-то дополнительных ночевок в Мале, потому что у нас Domestic плюс катер, вот этот комбинированный вид трансфера, прямо до самого позднего времени работает, и всегда ваши клиенты могут до нас добраться очень-очень легко и быстро. Комбинированный вид трансфера по времени в чистом виде занимает примерно столько же, но нужно помнить, что так как нам с вами придется заехать, скажем так, в местный аэропорт, то немножко увеличивается время за счет того, что нам с вами нужно будет получить свой багаж, перегрузить его еще в катер, да, и вот это вот небольшое время, оно
просто увеличивает немножко само по себе время трансфера. Но чистое время в пути также примерно полчаса на доместике и примерно 10 минут на катере, и вы попадаете на замечательный курорт Нияма Private Islands. Курорт очень большой, он представлен двумя островами, остров Чил и остров Плей. Остров Чил – это на данном слайде, это с правой стороны такой самый длинный остров, и остров Плей – это с левой стороны достаточно большой такой тоже, очень красивый наш остров. Мы предлагаем большое количество различного размещения для наших клиентов, начиная с самой маленькой категории бич-вилла, в которой нет персонального бассейна, и заканчивая самой большой категорией, это категория 3-bedroom beach-pool pavilion, большой павильон. Также, когда мы говорим с вами о количестве там различных спален, да, если это павильон с двумя или с тремя спальнями, и даже если это павильон one bedroom для категории Нияма Private Islands, это означает, что спальня отдельно, плюс в данной категории у нас представлена еще большая гостиная зона, где наши клиенты также могут очень-очень комфортно размещаться. Самые маленькие категории бич-виллы 135 квадратных метров, очень красивые, комфортные, с выходом к пляжу. Потрясающе широкий белоснежный пляж на курорте Нияма Private Islands. Некоторые гости жалуются, что им до пляжа, прям до конца, точнее, до воды приходится идти аж прям, ну, не знаю, 50 метров, это далеко. Но я хочу сказать, что мы не считаем это минусом, потому что пляж широкий, пляж красивый, это пляж экзотический и, конечно, невероятный. То есть такого, чтобы вилла прямо возле воды стояла по технике безопасности, это невозможно. Но дойти до пляжа не составляет совершенно никакого труда, 30-50 метров, и вы попадаете уже воду. Потрясающе красивые наши категории также предлагают очень просторные светлые ванные комнаты, конечно, также с тропическим душем. В каждой категории у нас всегда очень интересно. Каждая вилла обслуживается персональным батлером, который на курорте Нияма Private Islands называется словом «такуру». Всегда наш замечательный такуру рад также для клиентов согласовать любое расписание, помочь с любым вопросом. Всегда на WhatsApp находится. Если клиенты не понимают по-английски, есть возможность предоставить русскоговорящих наших замечательных такуру, но их у нас не так прямо, чтобы, скажем, много, поэтому всегда предварительно пишите, что вам это необходимо. То есть прямо в последний момент иногда бывает это сделать сложно. Лучше, конечно, всегда специальные запросы по клиенту проговаривать заранее. Для каждой виллы мы также предоставляем бесплатные велосипеды для всех наших клиентов, чтобы им было комфортно также не только для взрослых, но и для детей. Есть много интересных категорий. Это и водные категории, обычная waterpool и deluxe waterpool вилла отличаются тем, что в deluxe waterpool вилле дополнительно в бассейне у нас добавляется джакузи. Различные интересные категории, так как времени не очень много, я, наверное, просто вам пролистну и расскажу только какие-то особенности. Например, вот категория Two Bedroom Beach Pool Pavilion, вы можете увидеть, она очень красиво стоит. Это самая, можно сказать, конечная часть острова Чил, очень тихое, спокойное место. Конечно, вы можете увидеть, что здесь потрясающий также выход к пляжу, сам пляж по себе очень красивый, белоснежный, невероятной красоты. Two-bedroom означает, что у нас здесь две отдельные спальни и есть большая гостиная зона, где гости также могут наслаждаться потрясающими видами. Категория Two-bedroom Ocean Pool Pavilion, также это одна большая гостиная зона, вы можете ее увидеть, вот с левой стороны есть фотография, как раз из этой гостиной, из большой, открывается, и с правой стороны тоже потрясающий фронтальный вид на водное пространство. Много света, много красоты на курорте. Во всех павильонах у нас представлена уже такая достаточно высокого уровня косметика. Здесь можно, конечно, красиво расположиться и отлично отдохнуть большим составом семьи, если мы говорим про павильоны. И, конечно, для тех клиентов, которые маленькие клиенты, да, наши маленькие VIP-гости, тоже много всего есть интересного. Ну, немножко расскажу вам сейчас про питание.
На курорте Нияма Private Islands у нас также в основном всегда действует полупансион. Полупансион у нас представлен всегда, это ресторан Эпикюр. Мы сейчас вернули систему полубуфетов, то есть на ужины есть возможность наслаждаться шведским столом. Если это необходимо, полубуфет означает, что у нас на данном шведском столе пока представлены именно холодные блюда, но все горячие блюда наши клиенты заказывают по меню. Большой широченный выбор всего, и, конечно же, не только в ресторане Эпикюр, но есть определенные дни, когда у нас открывается также еще один ресторан Blue. Также он может входить в тип питания полупансион, который ваши клиенты могут у нас получить. Есть уникальные рестораны на курорте. Это ресторан Sapsix, подводный ресторан, который работает как единственный подводный ночной клуб. И этот подводный ночной клуб у нас представлен именно на курорте Нияма Private Islands. Он пока работает один раз в неделю, пока вечеринки проходят только один раз в неделю. Но в связи с различными пандемийными ограничениями мы надеемся, что когда немножко ограничения будут спадать, когда все наладится наконец, то мы снова заработаем в прежнем режиме и будем приглашать гостей дважды в неделю, но пока один раз в неделю рады встречаться с нашими клиентами на вечеринке. На курорте Нияма Private Islands расположен единственный латиноафриканский ресторан на Мальдивских островах, он называется Tribal. Здесь очень интересная концепция, вкусные блюда, которые наши повара с радостью для клиентов готовят. Есть изысканная кухня вот в такой небольшой ресторанной группе и ресторан Edge, который представлен таким белым куполом, вы можете его увидеть. Эта ресторанная группа у нас никаким образом с пляжем не связана, то есть вы не можете здесь дойти от берега до этих ресторанов, сюда мы с вами отплываем, и именно здесь у нас как раз находится капсула подводного ресторана, подводный ресторан Sapsix. Есть интересный ресторан Nest, ресторан на дереве, это авангардный ресторан, где мы предлагаем также вкуснейшие блюда азиатской кухни. Стоит сказать о том, что в стандартный полупансион у нас входит именно ресторан Эпикюр и ресторан Blue, но рестораны Nest, Edge и Tribal, еще раз вам их покажу, Nest, Edge и Tribal, они у нас не входят в полупансион, но клиентам предлагается кредитная линия $50 на человека на время ужина. То есть это, можно сказать, бесплатные средства, которые клиенты могут использовать и учесть в свой счет по окончании своего ужина в одном из этих трех ресторанов. У нас есть также большое детское меню. Для детей до 12 лет мы предлагаем питание именно по детскому меню. Оно может быть получено в любом ресторане. То есть для детей мы везде, в каждом ресторане предлагаем детскую линию. Это бесплатно. И даже если у вас тип питания у взрослых, полупансион, дети все равно могут получать трехразовое питание, то есть обед для детей также будет включен по детскому меню. Это что касается питания. На курорте также у нас есть очень интересный кофешоп. Сюда можно прийти, взять кофе с собой, свежую выпечку, какие-то сэндвичи. И, конечно, есть интересная точка. Это точка для серфинга. Здесь у нас расположен серфшек-бар. Здесь у нас есть вот такие интересные качели. Можно прийти также послушать приятную музыку. Можно воспользоваться в нашем серф-шек фуд-траке какими-то вкуснейшими изысканными бургерами, да, и каким-то интересным таким изысканным фастфудом, который также предлагается именно в этой точке. Что касается проведения различных мероприятий, конечно же, на курорте Нияма Private Islands мы их с радостью проводим. Мне хотелось бы еще раз сделать акцент на серфинг. Серфинг в Нияма Private Islands – это тоже сезонное явление. В основном он у нас начинается где-то с марта и по
конец ноября, у нас здесь достаточно высокая волна, и если клиенты профессионально занимаются, то это как раз самое правильное время, когда нужно приезжать на курорт. Здесь можно действительно очень здорово научиться кататься или повысить какие-то свои навыки в серфинге. Для тех же, кто новичок и только собирается попытаться встать на доску, конечно, тот сезон, когда волна очень большая, это будет сделать сложно. Поэтому вот как раз новогодние каникулы, начало декабря – это очень хорошее время, когда можно сюда приезжать и попытаться встать на доску, попытаться стать немножко таким серфером. Что касается детей. Для детей у нас есть один из самых больших на Мальдивских островах детских клубов, который называется Explorers, то есть исследователи. Здесь у нас большое количество различных активностей. Это и такая специальная площадка для детей, сплэш-пад. Это из прорезиненной поверхности, бьют такие фонтанчики. Если жарко, можно здесь немножко охлаждаться. Здесь есть сцена. Мы проводим различные мероприятия. Это и караоке-турниры, и какие-то могут быть актерские турниры. Здесь есть кулинарные мастер-классы. Для детей нашего детского клуба мы также, помимо веселых игр, проводим сафари по острову, делаем круизы к дельфинам, исследуем дикую природу и, конечно, предлагаем огромное количество активностей. Это один из самых больших, самых интересных детских клубов на Мальдивских островах. Мы можем, конечно, для взрослых гостей также предлагать различные активности. Это могут быть и кулинарные мастер-классы, это могут быть просмотры различных фильмов и мультфильмов в нашем крытом кинотеатре или открытом кинотеатре. На острове у нас есть такая интересная зона Active, где находится большое количество настольных игр. Сюда можно отправляться и прямо допоздна проводить время, так как эта зона работает, ну, действительно до полуночи. И, конечно же, есть свой собственный тренажерный зал, где также можно для всех клиентов, которые поддерживают себя в форме, можно сюда приходить и наслаждаться всеми возможностями, которые персональный тренажерный зал нас предлагает. Русскоговорящий персонал в детском клубе у нас есть возможность также купить услуги няни для тех клиентов, которые приходят с детьми младше 3 лет. Все на курорте это есть. Если какая-то вам понадобится дополнительная информация, пожалуйста, пишите мне на почту, задавайте свои вопросы. К сожалению, уже мы с вами вынуждены будем прощаться, потому что время вебинара у меня заканчивается. Но я с радостью на любые ваши вопросы отвечу и пришлю вам всю необходимую информацию, все полезные файлы по любым курортам, которые могут вас заинтересовать из той нашей коллекции, которой я с вами поделилась. Также я с радостью хочу вам оставить свои контакты, потому что я понимаю, что вопросы возникнуть могут. Пожалуйста, пишите, звоните, давайте будем с вами на связи по любым вашим интересным запросам для всех ваших замечательных клиентов. Презентации будут доступны для скачивания. Если необходимо, к сожалению, вот этот чат у меня уже скоро пропадет, вы, пожалуйста, мне лучше сами напишите на почту, если вдруг вам необходимо выслать эти все презентации, вдруг вы не сможете скачать, я вам их направлю. Но, к сожалению, скоро я уже не увижу вот этот чат и нет возможности сохранить все ваши замечательные имейлы, поэтому буду ждать ваших запросов на почту. Я благодарю вас за интерес к нашим курортам, вы замечательные слушатели. Я надеюсь, мы с вами еще вскоре пообщаемся уже более детально по вашим запросам для ваших замечательных клиентов. Спасибо большое, хорошего вам дня. Рада оставаться на связи.